Они не сильно дорогие. Камни взял. Сейчас добрать надо двоих. Так ладно, что, можно выдвигаться, да, потихоньку? Да, можно выдвигаться. Куда это нужно выдвигаться? Уривар, 233. Черт, на ней. Ой, Фурик, 233, брат. Да бери, нахуй. Нет, подожди. А, есть? Ну, может, кто посильнее напишет. У нас тоже 233, конкуренция. Да, я слабенький. Все равно и левел выше, чем положено здесь. Сюда 235-й не ходит. Я не пишу 235-й. Ну я понимаю, но все равно. С каждого по сколько там очков дают доблести? А я не помню, я что-то считал, по-моему, за весь каражан. За 1300 всего. О, да. Аркан 245 пойдет? Пойдет. О, так это ж мой приятель, Андрюша. Помнишь пня, Антоха? Ага. Да-да-да. Это пинево. Хило. Хило остался. И желательно не дро. Не друид. Ничего не друид. А, ну да, посох. А сколько плюсов у четвертой категории? Много. 4, по-моему. 5. Это 4. 5 у меня сейчас. 4 с 4 плюсами. А, Линтониси в рейд номер РК пока. Как это делают? Не может быть, Лёх, 5. У тебя, скорее всего, когда наберешь все кристаллы, пойдем на босса. Может быть. Но если на второй категории 6. Если на второй 6, то тогда что? Не имею пока собираться. Вот тебе хил уже, немножко. 3 шама, 2. Air шам это ж хил, да, по-моему? Да. 260, отберись. Что, можно шкаф ставить, да? Сука, он за Т4 идет тогда. Я тоже буду ее ролить, мне поебать. Что, шкаф ставить? Это у меня одна душа осталась. Давай, ставь, пока всех присумоню. Так, мне нужно две штучки. Но мне нужно, скорее всего, кисти по-любому. Наверное, плечо. Ребята, там башку и грудак Т10 взять. А ботинки и штаны скрафтить. Будет вот так хорошо. Да господи, что, никто не читает, что ли? Сейчас я пойму. Что, что? А, вот. Сейчас у нас так. Так, дай-ка я этому дядьке напишу. Сейчас.
Всем привет. Здорово, Андрюх. Привет. Так, что он тут скажет? От Интрепида, наверное, въебать. А все тут вместе, всех присутствовали. Жуки вроде нету. А что, 261 думаешь, пойдет за 34, что ли? Она изичар. А смысл тогда ему еще сюда идти, если не за да, Т4? Просто. Нахуя 261 мода? Не знаю. Зачем? Надоело. Престов у нас нет, я так понял, да? Древний тарамид, продавай. Кто больше дамажить будет? КМНК. Как ты думаешь, что тут больше дамажить будет? А я не вижу, у меня этот, блин, навожу, типа, загрузка на всех. У нас лог 252. Ну вот я на него и кину. Я всего 8 с копейками дам, может, 9. А тут нормально, 8. Больше будет доходить. Так, каска, кулака не вижу. Два пала. А, не, не два, один. Потому что варна отпустит. Норм. Я не в рейде вашем, но я вижу ваш рейд. Что, погнали? Нихи. Шаманов по хате раскинуть. Этих добьем. Ох, тебя я тогда поставлю. Наш спать. Шквала поставлю. Мне надо будет релогнуться, когда босса дойдем, что у меня, блядь, забагался и скада забагалась, блядь, и омен забагался, и еще боковые панели ни хрена не видно. Рася, бля, что на первом месте по ДП. Так, ну я туда полетел. Куда ты полетел? Да, я на тебе. Лёх, ты будешь вечером? Да. Да этот, на гру Герстера всё пойдём, Вовану квеста надо сделать. Ну,
Не вешай туда, если с нами пойдешь. Да у меня есть с кем пойти. Жестко повешаем. Ох, а мы вообще пойдем вечером туда? Основами тут. Вечером, говорю, будет Гругер. Вот. Может быть, Магик Гер еще пойдем. Посмотрим, кого соберем. Гругер точно сходим? Магик Лука не умеет. Ну, у нас костян есть, не умеет. Вот там, не знаю, может быть, там, в Каругер попробуем. Посмотрим, короче. Сегодня день такой расслабон. Завтра будет у нас что-то. ЦЛК, он десяточка вроде как. Стоит. Сегодня еще видишь, у нас РЛТ, он два дня в неделю работает, и как раз сегодня он работает, в среду, пятницу работает. Уже завтра поэтому хотели тут... там какие-то закрыть. Ну, на завтра там этот стоит, ну, ЦЛК десятка, ну, из таких нормальных. А сегодня, ну, сами как соберемся, туда пойдем. Церемонный? Поле. Транснут. Блин, не успел. Сейчас я не успею, не успею. Перфект. Рыбку поставлю, кушать. Ну стоит же тотем источника маны, ну что вы. В самом деле. А они в РК хоть? Не знаю. Да, мне кажется, никто не давал РК. Да как не давал, вы чё? Вот вы не видели вот этого вот? Я четыре раза вот так да делал. Да в РК, он же вам пишет. Да я уходил, я этого не видел. Да чё на будущее, понятно, что я Эля, мне тоже мана нужна, я... Подсаживаюсь чуть-чуть. Говори там это. Я Инер там бросил. Или Настя, ты вроде не должна уже так особо просаживаться по мане. Переодели тебя там. Да не, ну у меня все равно тотем источника маны стоит. Кроме него-то у Элема больше нет, ничего в этой вкладке полезного нет. Бахы-бахы. Это... Нет. Скажите, это, может быть, я буду кричать на силу атаки, а дадут каску мне? Что может быть? Ну, после босса, давай, чуть-чуть. У меня обувь не работает. Привет всем. Здорово. Привет. 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 У меня сейчас квест у нас дневник Медива, да? Там тебе надо будет в библиотеке поговорить после смотрителя. Так.
Андрюх, ты тут? Да. Что ты там хотел узнать? Да что случилось-то? Да, достало меня это все, Андрюх. Тут я ничего не понял толком, типа, а нет, ну, говорят, другие, другое. Во-первых, непонятки вот с этим самым, с печеньками получились. Саше вроде бы одной печеньки не хватало. А ей ее отдали, плюс она еще одну сролила. То есть две штуки, куда они ушли, хер его знает. Получилось так. Потом начался пиздеж вообще за спиной моей, блин. Понимаешь, когда я в Дискорде присутствую, все сидят молчат. Так скажите мне, глаза человеку-то. Все остаются а, тут, ребят. Все сюда, я буду сейчас приводить потихоньку. Мне просто надоело вот такое падальское отношение, понимаешь, Андрюха? Плюнул бы, да и все. Вот я плюнул и ушел. Спасибо. Я поверну, пробегу все. Не знаю, я тоже вчера там намутюкался трохо. Андрей, я сколько, 5 раз до этого ухода уходил и возвращался. Это уже был последний раз, хватит. Это откуда и куда? Ну да, с бывшей гильды. Ничего не меняется, Андрюха, вообще с Думхаммера, Лёв. С Думхаммера. А, Хаммер, эй! Да. Не, ну задумки-то были у нас классные, но, блядь. Люди такие. А они знаешь, такие знаешь, что еще? Знаешь, что еще самое больше бесит? Вот это РТ написано в календаре, 18.45. Пошли, ну, ребят. Сейчас ну, он что приедет, там, куда там побежал? Что там, Костян, с РТ-то в календаре? РТ, допустим, стоит, да, на 6.45. Полностью сборы начинаются не в 6.45, допустим, а где-то в пол, блядь, 7.08 уже, в 7.30, блядь, в итоге в инстинкт попадаем только в часов 8. Сколько раз писал, сколько раз говорил ребятам, ну, блядь, ну поставьте вы РТ на 8, чтобы все, вот, зашел в игру и уже все готовы были. Что каждого от рая перекуры 5-минутные вот эти вот, понимаешь? С этим ничего не сделаешь. С этим? Ну почему? Мы вот сейчас, грубо говоря, за час, чуть больше, мы прошли ЦЛК-25, Грула и Магика, блядь. Не так? ЦЛК, а? Нихуя ты. ЦЛК, твою мать. За час. ИК, да? Чуть-чуть заговорился, ИК-25. Чуть больше часа ушло на все про все. Все, подниматься нам нет. Давай на центре убьем вот этих. Мы же если идем в Думах, когда был там по квесту, так это все, это весь вечер, это до 10 вечера, блядь. Не, ну мы вчера все закрыли. Ну как сказать, долго. Ну, недолго. Более-менее нормально. Ну там половина твинов, как всегда, типа. Ну, типа. Ну вот мы, считай, вчера ходили основами, сегодня пошли твинками побегали. То есть... Все равно приоритет на основы. Потому что у нас маленькие в гильдии есть, а у нас основы уже большие и сильные. Гильдой собрались прям на фул и пошли. Маленьким шмотки поотдавали. Ну мы тоже а потом твинами занимаемся сами. Маленьких тоже много было. И маленьких много, и твинов нормально. Ну такое. Там тоже свои нюансы. Я тоже вчера говорю, там наругался. ГДшка, как всегда, наисполнял. Кстати, ГДшка вчера и рейлил. Молодец, все, это рейлил, все. Но тоже было.
Бегает парень уже. Я... Сколько он играет? Он играет, блин, ну капец давно. И ролит 245-е шмотки. Ну я уже смеюсь, я говорю, слушай, ну блин. А он там все тестит, что-то тестит, перетестывает, я тебе говорю. У тебя нет вещей, ты понимаешь? Типа, вот я говорю, ну как можно? Ты играешь уже года полтора, наверное, я говорю, и ты бегаешь, я не знаю с чем. Он там 250 какой-то. И до сих пор собирает эти 245-е вещи. Игра на тебя надо. Ай, застанили, суки. Я не могу понять тоже, куда у него там все дерется. У него, по-моему, два набора уже у ДЦ, да, два набора по 4Т4. Понимаешь, он все равно третий набор держит. Что он там тестирует с ним, я вообще не понимаю. Ноги вчера, короче, давай клянчить там сану барака. Упали там ноги тканевые. Что ты думаешь, сам... давай клянчить их у меня, типа, я заролил. Я говорю, ну забирай. Ладно, ты тут, я твин, я себе там найду. Забрал. Пошли на Оню 25-ку. Убили. Сони падает, левая рука. Этот ерундовая тоже 245, ну блин, мне 226. Что ты думаешь? Я говорю, слушай, отдай мне, я тебе ноги, а ты мне руку. Давай ныть, я тебе обратно отдам ноги. Я говорю, ёпта, ну ты мелочный, говорю, вытрется ты задницу, ничего мне не надо. А зачем как-то так? Ты аккуратней там, тот вот босс от меня. Не, боссов пока хлестен, ты там когда идешь, они не сядут. А с гильдой что там, все так же? Никто никого не удаляет? Даже если там полное говно сидит, все равно он сидит, да? Ну, в Думхаммере-то. Саша все так же против этих киков? Нет, они чистят она время от времени. Я вот заходил, смотрел, он там вроде бы чистит сама. У меня из-за гамазика мудака, понимаешь? У креста, о, плащик кому-то. Блять, сбил себе кап скорости, блядь, ШПшки. Из-за гамазика, потому что вафля это, блядь, взяла и сролила посох, блядь, со смотрителя ШПшный. Я уже понадеялся, ну, взял, блядь, это распылил там, по-моему, я не помню, одноручку нормальную. Так у тебя и... же есть этот крутой посох Зуламана, то, что мы тогда, типа... Как он ДЦ-шный, у меня из-за этого посоха теряется скорость. Попереставлял все камни, более-менее там подправил. Так, ребята, все бьют, сейчас объясню чуть-чуть, все бьют Мороза. Кто у нас там стоит? Ли Лорд Барон. Мороз исчез. Бьем леди. Секунду 3-4 подожду, пока вы его побьете. Хорошо. Ну и после леди барону тогда. Так, я сейчас арча сделаю еще.
Так, Лок, мы сейчас тогда в коридорчик, когда после мороза зачистим, вызовешь этот глазик, соберешь трэш на лестнице, что там стоит, эти мудаки. Сейчас леди бить или мороз обратно? Да, мороз как вылазит, все вливаются в мороз. Просто еще исчезает и... Да тут, по сути, пофиг, у кого бить. В смысле, это сама... Тут можно вообще никого не бить. Мороз пропал, подождал. Мороз появился, побил его. Да-да-да. Ну, когда слабенькой пати... Когда слабенькой пати идешь, понимаешь, там... Ну, что ж, все в кого-нибудь одного вливались там. Либо в леди, либо в барона. Тогда пофигу. Блять, я нажратый, капец. Ой, репутацию добил. Кстати, многим она еще нужна, по-моему. Настя, у тебя же там чуть-чуть осталось уже, да? Ну как чуть-чуть? У меня 21, 8 из 21. О, держали чуть-чуть. Угу, совсем. 18 дают этот всего-то. Что-то я вообще никого не вижу. Кого будет? Все, все остаемся тут. Лок. О, лядника. Что, вам много или сколько тащить? Кто там куда побежал уже? А, Рога. Рога куда-то побежал. Значит, хочет умереть или хочет привезти. Не ждем, возьми глаз, вызови, ты глазом полетаешь. Во. Достижение. Вести глазом или в его же? Да, веди, конечно. Нафига он там стоит? Ушел, нахуливать хочет. Ну. Что, Настя не хиль пока? Я следом тогда еще веду, да? А что там, паладин, дай, пожалуйста, каску, а я крикну на АП. Одну сагрила нам, докопала. Собьем, подумал, это. Напали агро. Я агро. Еще раз? Да пошли уже наверх. Ну там уже почти никого не осталось. Надеюсь. Я не на мой глаз реагировал. Господи, дайте уже вару, блин, каску, а. Бедолашка просит сначала инста эту каску сраную. Ну дать каску вообще 8% и это самое. Она, правда, скоро у всех закончится, все равно 6 минут осталось.
Погодите, у меня этот бес что-то не, это, не изгоняет. Не изгоняется. Паук спал вообще в этом, в барка. Я его линканул раз 200. Я релок сделаю, а то что-то мне бес не сгоняется, носится повсюду. Да делай, делай, все равно трэш пока чистим. Попал, о. Смотри, подними жужу. Не БРом. Кто-то еще умер? Нет, там офнулся кто-то. А, это лок. Вроде отмылись. Да. Ну, да. Лок появился. Меня походу не слышали, да? Не, не слышал. Да у меня бес забагался. А-а-а. Тут это старайся это самое вызывать только на мобах этих самых. Да он у меня это... в астрале бегает. Теперь-то сейчас он в астрале, его не даже нет. Нет, я вообще говорю, вот я сколько я уже хожу в Каражан, я давно уже заметил, когда есть Лок или Хан, даже когда Пепе рядом не ходят, постоянно они кого-то, блядь, за стенкой вот выцепят. Нет, в астрале, когда бес, он не агрит ничего. Его не видит никто. Ну, из мобов. Стян, не спорь с ним. Сейчас он чуть поиграет и поймет, что здесь как бы. Все не работает. Здесь не было. Я в Каражан уже сколько раз ходил, раз 10 и ни разу без ничего через ТМ не агрил. Здесь мобы ходят внутри стенах, а я не знаю, я каждый раз, когда хожу в Каражан, кто-то умудряется сагрить. Даже вот на прошлой неделе, когда ходили в Кару, по-моему, на опере там привели мобы. Шамановские волки эти. По семечке поправлю. Падла. Вот он. Бьем горничную. Давайте РДД заходим.
по краям, Настя право, блин. Кого спали? Какая тут тактика? Просто бьем. Зашли серды дошли и все. Чтоб когда миликов до хрена, просто надо, чтоб не все вообще заходили сюда. Кто-то вообще во всем этом горожане, наверное, самая посудная тактика, ну не то что тактика, там, чтобы люди не тупили надо, это, по-моему, вот тень рана, когда ее убиваем, да? Да, там кто там кастует этот венец пламени? Шевелиться не надо. Маглые буки. Ау. Андрюха, а ты ходил с ними за вчера? Или когда? Позавчера, по-моему. Куда, в Зуламан? Да-да-да. Ну да, конечно. А где же они там? Пилот. Как успехи? Ну, опять мы на этом, типа. Ну, мы его так нормально потравили на бомбах. В принципе, были близки, но нет. Второй сундук, естественно, они, конечно, не успели. Не хватало. Супчика не было? Не было. Чирин, короче, типа, рейдал. Ну, нормально. ДПСа что-то, типа, как-то маловато было. Мы долго что-то первого босса убивали. А во-вторых, типа, не все, ну, короче, шли не так, как, помнишь, мы тогда шли той пачкой. Mm-hmm. Пачка поменялась, соответственно, типа, чернокнижник был другой, не знал толком, типа, всем приходилось объяснять, типа, что тебя там, палу то же самое, типа, пал другой был, ну, в общем. Теряли кучу времени, поэтому, естественно, второй сундук мы обломались. Понятно. Чё хоть выпало с первого? Первого? А ты знаешь, то же самое выпало, типа с этой пушка опять выпала, это сумасшедшая. 271 посох, это что у меня? Да, да, да. Он постоянно падает с духом, который там... Правда, нихера он не падает. Кстати, я сколько раз там не был, тоже вот это, серьезно говорю, как первый сундук не откроем, я постоянно... Я сколько раз закомнулся, ни разу он, сука, не упал. Так он не сове нафиг не нужен, вот он эрдру хорошо заходит. Если он нафиг не нужен, это без посох на сову 271. Духом? Скорость 3. Ты про дух говоришь, которая... Зуламан. Вот, блин. Два посоха падает. Одна выносливость интеллект, второй посох выносливость интеллект дух. Да, при чём тут дух? Я говорю про выносливость интеллект. Так мы вот про дух только что говорили, которая с духом. А с духом он нахрен не нужен. Мне тот нужен на РДД. Ну так если б, блядь, мне тогда выпало не с духом, я бы сейчас прыгал от радости шипешкой своим. ШП с ней сейчас гоняет, которая с духом. Половину камней поменять пришлось, потому что того нехватка стала, того нехватка. Не понял, что сейчас не происходило. По стеночке, люди, по стеночке. А мы его убить не можем, блин.
Там вообще вот этот, который бомбы ставит, там настолько изи он, блядь, босс. Он просто технический. Босс действительно несложный, он просто технический. Там надо вот разбежаться. Там, вот понимаешь, в чем там загвоздка? Там люди, да, они порой тормозят на бомбах. А ничего сложного нет в этих бомбах. Там, мне кажется, бомбы иногда багаются. Там вот вбегает, ну рядом со мной стоит, ну пол шажка, ты понимаешь? Смотри, он когда там бомбы ложит, стоит. Ты вообще никуда не отходишь и не двигаешься, потому что если конечно. Ты двигаешься, получишь пиздюлей. Как только он прокастовал, все, ты съебываешь то место, где их нет. Ничего сложного. Так я им говорил, говорю, вы не спешите, все начинают суетиться, знаешь, вот эта паника, особенно когда люди первый раз там, ну или там первых пару траек, типа, я говорю, вы не суетитесь, я говорю, у вас куча времени есть, посмотрите, где он будет их тыкать больше, просто бегите в другую сторону или там как-нибудь к стенке, только не поджимайтесь и все. Но дело не в этом, там иногда, знаешь, такое ощущение, как бомба лагается, как багается. Чак не стоит. Первого раза, ну вот. С кем я? С Сашей рядом стоял. Саша стоял, ну прям один в один мы стояли. Я живой, Саша упал. Вот тебе и вся история. Ну, в принципе, босс не сложен. Никаких фаз, перефаз, типа. Время не куча. Главное бегать, научиться и все. Да, там бегать. А два сундука туда спокойно можно идти. Два сундука вообще изи. Изи. Вот, три сундука, да, там, блядь, там надо уже хороший, вкусный такой ДПС, потому что там надо по-любому будет бить трэш. Ну и надо, чтобы все точно толком знали, да, чтобы чернокнижник быстро раз, то, там паладин, на него диван, типа, там прибежали, быстро подняли, ну то есть время не тратить, знаешь, чтобы все было тип-топ. Подходим, так, бафы у всех, вроде бы у всех должны быть. Нет, не нет. Пал. Просто уже они прошли. А что, дверь закрытая, да? Каску кинкиной на варлок. Сдохку, блядь, полоку. Лаги. Короче, у нас половина спят. Кинул? Нет, конечно. Он души вместе с этой потерявшейся маленькой девочкой, которые верные спутники. У нас на магике Герри тоже паладин каски давали хикарь. Что, по-моему? Нет. Подожди, какой нафиг пал? А, нет, есть у нас пал. Кто же помнит, что мы с паладином ходили? Нашли с пером, если кто-то каску взял. Вообще игнор, блядь, у человека, понимаю, не знаю. Там сделаю вот так, блядь. Заебал мозги просто. Он не с гильдии, да? Да нет, не с гильдии. Опаньки, бьем девку. Потом этого дядьку. По-моему. Потом там этого. Как выходит же вроде. Так и будут. Они все выйдут. Не, ну то, что выйдут все, это понятно.
Давненько их не было. Там в ветерках потом не летайте. Там не в курсе. Что, что говоришь, Андрюх? Я говорю, что в ветерках потом не летает, им скажи, кто, может, не знает. Кто ж, я тебя вот не услышал. Я говорю, тут это ж появится потом колдунья, да? Ну. Ну, что в ветерках не зацепь. Да пофиг, это просто пойдет. Пусть летают, да? Как зальется. Так, мне вот в гер надо сходить, не кольцо это дебильное надо. А, я забыл тебе сказать. Мне вчера дюлик на шамана упал. Нормально, да? Не прошло и года. Животные. Это типа не летаем, да? Больно. Мама. Мне не больно. Ты тварь. Сука. Молодцы. О, тапки. Тапки. Ну, скрипт. О, тапки зачет вообще, да? Да, тапки, тапки кульные, блин. Модно паролик. Как все ролик, не все ролик. Ну, я тоже буду все низить, потому что я хожу вообще с хиловскими какими-то ублюдскими. Ну, не то, что с камешком. Так это они... Не хуже. Блин, у меня на Элема полшмота на хила, то есть, ну нахер. Пролисайте. Блять, а здесь дух тоже, сука. Ты спел? Зато они с этим. С бесплатной телепортацией, да. Если они тебе не особо надо, да, как бы. А, ботинки ж мы Настюхи выбили. Настюха курит. Простую каску дали какую-то. Это я дал каску, потому что он вообще не давал ей. А нет, он вроде дал, ты ее сбил потом. Так, что ладно, кому ботинки нужны? Они... Напиши, ну, потому что тут не все у нас ВРК. ВРК только кто в гильдии, по-моему, я так понял. Ну-ка, я и Андрюха. Ох, трэш. Там сагрил кто-то. А кто побежал не по стеночке? Да я, сова. Упали. Скорее всего, что упали. Да ну, что падает. Я знаю, бежит один, бежит все кодло. Да нет, один побежал. Так, чё, короче, кто в РК? Нужны эти ботинки? Вот эти? Линкани. Линкани, да. Кому надо, кидайте мне, блин, шаману. Что он дает? Скорость. Я их только если это распылить. Могу взять только из-за того, что чуть-чуть мне камень какой-нибудь... Настя, иди, я его подниму. Я говорю, кому надо, кидайте обмен. Я вот шаман в тотемах стоял. Вот. Антоха. Мне бы... Нет, у меня тоже нормальные, поэтому у меня я... тоже 30-й. Шило на мыло. У меня 245-е. Ну так и у меня получается шило на мыло. Они мне урежут регенманы и дадут всего лишь 10 к этому, блядь. 10 к силе заклинаний. А, давай, я уже отдали ботинки. Долго думаете? Да, даешь. А я что-то не посмотрел, что у них духа до хрена. Духа у них нормально. Да, нахуй мне нужен, на Элема. Давай мне. Я забрал. Да, я уже отдал их. Кто забрал? Андрюха? Я забрал. Да. Мне мало телепортов, будет еще.
Ну я только ради камня. Если кому-то надо, я одна. Можно камень воткнуть там чуть-чуть все. Что тогда подыму? Да нормально, тебе дух тоже нужен. У тебя же от духа крит идет. Ну да, да. Ну это такое. Ну все, начнем на здоровье. Шило на мыло. Ну, вот то, что они платят телепортацию, типа, ну, типа халявная этот. Терраса, вот мы сейчас туда идем. Будет прочитать вот эту запись прочитана. Запись у тебя сама это есть, там сбоку, где квест висит. Сейчас, подожди. Блять, еще и телефон, твою мать. Антоха, ты помнишь, где читать тут именно надо? Где-то между вот этими, блядь, штуками. Да, да, да. Сейчас покажу. Я потом поставлю, куда подойдешь, прочитаешь. Ну, здесь, по-моему, читается уже. Или чуть подальше, если здесь не прочитается. О, о, давайте смотреть мультик как раз пока. Сам по телефону разговариваю. А у меня вот квест там где-то далеко горит, это где? А что она прилетела? Это мы чуть попозже. Да пусть. А, это. Чуть попозже дойдем до твоего квеста, Настя. Угу. Вы про дневник Медива, да? Что-то он не читает, не хочет. Да. У тебя, видишь, там вон синий дракон прилетел. Это уже все, твой квест пошел. Это мультик идет. Его надо посмотреть. Если бы никто не вызвал вот эту погибель, то ты бы все это видел. Нормально, там мультик идет. А, ну сейчас не общаюсь. Подожди сейчас минуточку, я, чтобы людей не задерживать, а то я в игрушке еще. Сейчас я тактику быстро вот им расскажу. Это что-то с драконом. А, ну давай тогда так, папа придет, я тебе с мобильного сброшу, наберешь, мы там хоть поговорим чуть, хорошо? Не трать тогда денежку. Давай, пока. Люди, сори, телефон. Ребят, тут тоже чудить не будем. Антоха, когда она взлетит, вот где я сейчас стою, где-то буду сюда сбегаться, ставишь тотемы сразу, да? Все в меня взбегаемся. Вот, тупо заливаем ауе мобов. Маг у нас один. Это Андрюха, будешь на дисплее. И пускай Жужука помогает, наверное, с дисплеем. Нет, ну да, Жужука. Какая Жужука? Шаман, думай. Ну, сова поможет. Все, добре. Пост даем после третьей взлетки, наверное, я думаю. Хотя можно и после второй уже дать его. Тоже скажу, особо ничего сложного. Дайте агротайм. Сейчас будет арче. Будет появляться опаленная земля, с нее выходить. Да. А, эти лужи, да, огненные лужи. Но для РДДшников просто держитесь на максимальной РНЖ. Тогда все будет хорошо. И обновляем тотем трепета тоже. Погнали. Тело? Нет. Хвост бил. Наебала она. Разрут она мне. Дело, все сбежали с меня.
О, нет. Куда? Сейчас сядет, я ее поставлю. Дашь рост, Антох. Окей. А нужен ли он здесь? Ладно, пока. Говорят, она в гире злая, да? В гире там вообще пиздец. Вот я в гире не бил только ее и Молчазара это. А, ну и оперу, потому что она забаганная. А так всех убивали, когда я был, блядь, в другой гильдии вообще там. А мы, видишь, мы вообще тут не ходим в Каругер, она как бы никому особо не нужна. А надо. Равно как бы. Мне, допустим, тоже вот с Каругером вот нужен был посох, блядь. И он мне нужен до сих пор, как бы. Не, это сейчас что? У меня появилось, видишь, два твина еще, лок и шаман. И... Поэтому теперь, наверное, мы будем ходить. Я вообще жалею, что мы когда ЦЛК 25-ку закрыли, выпал посох этот 200, ой, посох, блядь, правая рука, какой там, 271, по-моему, одна ручка, без дырки, короче, но он лучше, чем моя тогда была, 260-я его, Скаррегер, гораздо лучше, блядь, и я курить тогда ушел, вообще никому не надо было, ее чувак выиграл по роллу на трансмут просто, понимаешь, в чем дело? Ну да. Покурил, блин. Я ж тебе говорил, курить вредно. Кажу. Настя, радуйся, прыгай от радости. Посох. И щит. Чё, кто-нибудь ролит его левый или нет? Ну, я не знаю, Настя выиграла, нет? А щит нужен кому-нибудь или она трансфер? Я не брал у себя. А его же передать, если чё, посох можно будет? Конечно. Настя, ты выиграла? Я не вижу, что вообще его кто-то выиграл. Да, мне тоже не показывается еще щит, вот показался, ночной посох, да, выбрала Киоки, все, умничка. Он Киоки выиграл. А что, я его сразу одеваю? Нет, сразу не надо одевать. Нет, у тебя же ко мне нету и чарки. Я тебе ее зачарю на 121 СПД потом, и камушки вставим. Видишь, как камушки хорошо, что не вставили. А что там за дырки, я чуть не обратил внимания. Желтая и оранжевая, но оранжевый вот. Камушек у меня есть. Отлично, и желтенький вставим на скорость. А летит же есть еще? Есть. Понятно. Вот это тот человек, который говорит, у меня ничего нет. А что, этот посох разве лучше, чем кость горгульи? Конечно. И уже даже можно сказать, вот с острова посох не нужно брать. Уже следующий по уровню стоял как куда лучше. Так что копи сейчас эти самые очечки на пешсову будешь делать в любом случае. Шею что возьмешь? С магика. Либо с магика.